Так. И снова здорово. Короче, чат по поводу ХХ, МБ, МБ, ХХ и все такое. В чем здесь прикол? Что происходит? Почему в заголовке ХХ, а мы фармим на МБ? Объясняю. Сейчас только в игру зайду. Если мы зайдем вот сюда... Кстати, бричстоуны пиздец подешевели. Посмотрите, что творится. А, я походу распиарил этот способ фарма. Нашелся какой-то не очень умный человек. Он поставил 36 чаюл по дивану. Я бы даже сказал, есть более подходящее для него слово. У меня есть предчувствие, что этот способ фарма 1-2 дня, он уже будет не особо профитен и нужно в абисы идти. Короче, чат, смотрите. Headhunter. Я думал, что Headhunter стоит сейчас где-то 120, 150, может быть 200 диванов. Он стоит 67. Что если... Взять ХХ на МФера, что ускорит наш МФ, набить валюту быстрее, а когда валюта будет подходить к нужному количеству, продать Headhunter и купить Mage Blood. Мы можем сегодня купить Headhunter. У нас почти есть валюта. Я думаю, мы где-то за 65 ХХ сможем взять. Это будет... Вы представляете, что это будет с Headhunter просто по мапкам? Видите, Headhunter дешевеет, короче. Он почти в... Он буквально за 2 недели в 2 раза подешевел. А, будет ли он еще дешеветь? Ну, здесь как будто бы дно настало. Сейчас, короче, будет W и пойдет вверх, да? Прям как биткоин. Походу, нужно переходить на абисы, потому что челы засрали просто. Типа, чел просто по дивану поставил 36 штук. Зачем, я не знаю. Соответственно, мне тоже надо продавать по дивану где-то. Если у меня до конца этих мапок не купят брич-ходки, то я скипаю этот фарм. Переходим на другой. Вот сука, он меня все время андеркатит на один хаос. Чат, смотрите, я сейчас прочекаю остальные бричи, и он андеркатнет их все на один хаос. Чекайте. Сука! Блин! Он вообще продает или он меня троллит просто? Жалко, конечно, что этот способ фарма умер так быстро. Но всегда есть дикие абисы. Кстати, как бы с абис фарма у нас есть очень неплохой шанс просто выбить Mage Blood готовый. Если кто забыл. Там как бы с каждой мапки по 5-8 хэви белтов падает. Я думаю, в среднем с абисов быстрее набьется. А если мы еще Headhunter подрубим, там вообще гг. Так, у меня нет FPS, а что происходит? Что? Это что было? Мне упал скин of the loyal и 2 ходки сразу. Походу чел прокнул тот самый. Там в этом замесе даже разобрать невозможно. Все-таки он существует, получается. Но, кстати, энричнутый бричстоун ни один не упал за столько бричей. Шанс, походу, гипер редкий. Но если что, посмотрим. Может быть, этот фарм остынет, и я смогу снова подбить его на грудину. В живой экономике невозможно все планировать на месяц вперед. Тут все меняется постоянно. Надо подстраиваться под рыночек. Так, скин. Если там прокнет что-то хорошее, много денег. Если не прокнет, мало денег. Нам надо много денег. А, подождите, его уже закоптить надо. А есть смысл его коптить? Так он стоит, но он от цветов зависит. 3 зеленых, красный и синий, это в принципе неплохие цвета. Подождите, его коптить надо или блесс кидать? Блесс? Подождите, нужно чаюльный блесс закинуть, да? А, да. А, сколько стоит чаюльный блесс? 4 дивана! Ядрить. Оно того стоит? Ну, самый дешевый скин 6 диванов. Тут всего 3 на продаже. Ощутимо больше говорят кидай. Ладно, гоу. Если прокнет хорошая пассивка, может стоить и 50 диванов. Если прокнет useless, я думаю, если прокнет не очень пассивка, диванов 5 он все равно будет стоить. То есть вряд ли мы в минус уйдем. 50 ди через 3. Что там? Я вернулся. Что это? Call to arms? Что это? Это не говно!
Это инстовые кличи! Это вообще не говно! По-моему, это 50D+. Подождите, посмотрим на софте, сколько такое стоит. Не то чтобы это имело какое-то значение, это информация, но гоучекнем. Но это софт, чат, это другое, это другое. На ХК такой нету. Цвета хорошие, они подойдут, например, под вот что-то вот здесь, милишников, в этой части. Зеленый, два красных, синий. $14-18, значит, тут она может 30-ку стоить. 27 поставлю, будет резонно. Я не буду охреневать, я не буду ставить там 50 диванов. 27 резонно. Нормальная цена. Я бы даже сказал бюджетная. Кто тут у нас? О, хэшт! Хэшт! О! Опять прокнул. Что происходит? Последняя карта мне все прокает просто. Устюка, Крис, я не останусь. Отстань от меня. Я ухожу. Все. Чекаем 140. О! Хо-хо! Почти угадал. 133 плюс диван. Нормально. Сколько я выбил? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 чаюл. Еще 3 таких. И еще осколками ходка. Так, а нам хватит колец на грудину? Лол! Ровно! Ровно 61 кольцо. Хватило. Пипец, как все совпадает. Что происходит вообще? Я как перфекционист удивляюсь сегодняшнему дню. Сейчас пока так посмотрим. Давайте. The Misery Gauntlet, powered by the Shopify Rebellion. Gauntlet is an in-game event where players compete and earn points by leveling characters and killing bosses to see how all of the classes fare in Path of Exile's most difficult encounters. To add to the challenge, the Gauntlet also has added modifiers. The event will take place as a solo self-op. Красные карты. Монстры получают на 50% меньше урона. На 40 больше урона наносят. У них встроенный энслот. Плюс 30 АУЕ. 4 доп. Снаряда. 20% от физы в виде хаоса. Убербоссы. Минус 40 урона. 80 увеличенный урон. 30 атак спида. 2 доп. Снаряда. 30 АОЕ. На игроков нападают Адзири. Поглощает дополнительный портал при входе. Чат, смогли бы подрочить? Мне кажется, это было бы сложно, но в принципе... Так, ладно, я отвлекся. Detonate Dead в бане, это интересно. Боже, как задолбали эти Detonate Dead'ы постоянно в гонках. То, чё он еще банит? Пенис Бренд забанен и Арк. Все обузные, самые обузные обилки для старт пуша. Нужно использовать только новый камень. Только Transfigured. В качестве приза купон на $20 доставки еды. RGB Black Light Keyboard. Посередине самый ценный приз. Чат, это доставка, скорее всего, блядь, только в какой-нибудь Европе работает. Забейте, Яндекс вам не привезет по ней. Видеокарта! Мне нужна видеокарта! Фак, я походу участвую. У меня ж видюхи нет. А вдруг я выиграю? Чат, если вы позовете к себе домой девушку, и у вас будет вот это на стене висеть, вероятность снижается очень сильно. Я вас сразу предупреждаю. Чат, я надеюсь, оно не накладывается на релиз Last Epoch, да? Когда? 2 февраля. А, ну нормально, нормально. Не, нормально, кстати. Да, вроде это SSF. Ё-моё. Ох, а какая же это попа-боль будет. Просто. Вы посмотрите на эти моды. Плюс SSF, плюс забаненные обилки. Плюс еще Transfigured камнями надо играть. Надо ебошить клиф просто. Но я не буду по 15 часов пушить. Я буду стандартно, типа, по 8 часов там. Ну, типа, как обычный день. Потому что я умру нахер. Если это будет по 15 часов, я готов по 15 часов пушить только какой-нибудь там по Е2 и все такое. Перчатка всегда SSF. Не, ну в целом прикольно, прикольно. Я лайкну. Так, next, чат. Теперь мы смотрим трейлер запуска Last Epoch. Очень похожая на поя игра, которая мне нрав.
Трейлер вышел вчера, уже 300 тысяч просмотров. По-моему, она хайпанет и составит конкуренцию D4. Хотя D4 любой коллега составит конкуренцию, но все же. Смотрим. Они прям запарились настоящий трейлер сделать. Даже больше. У Поя до сих пор трейлера нет полноценного игры. Медведь. Это Индия? Ну да, там несколько человек работает вроде бы. Вот этой обилки я не знаю. Чуть-чуть потише. Я смотрю, тут много новых обилок, но я не все знаю. Озвучка прикольная, аж мурашки. 21 февраля. Через месяц. 1.0. Я помню время, когда Поя релизнулась в 1.0, я в нее играл. И я вам так скажу, чат. Когда Поя вышла в 1.0 релиз, там было контента меньше, чем сейчас в Last Epoch. Так что в Last Epoch постепенно тот же путь проходит. Может быть, посмотрим, что там будет на релизе. Может быть, через несколько лет она уже будет как бы подбираться к Пое по уровню. Но она постепенно подбирается, но годы, конечно, проходят. Лады. Тут, кстати, нового контента не показали. Я не знаю, видимо, не хотят спойлерить. Тут все старое было в трейлере. А теперь самое интересное про макрос в Пое. Если вы привыкли надеяться на Alt F4, когда становится жарко, то значит у вас проблемы есть в билде какие-то. Я считаю, что это одно из самых правильных изменений, которые мы сделали для PvE2, что когда вы нажимаете Alt F4, а потом снова логинитесь, вы логинитесь на паузе там, где вы вылогинились. Поэтому Чего? Подожди, что? нажимаете F4, а потом снова логинитесь, вы логинитесь на паузе там, где вы вылогинились. Поэтому... Что? Лол! Это меняет все. Это меняет всю игру. Теперь на ХК еще больше выживаемости будут собирать. То есть, а через портал можно выйти? Если вы попали в ситуацию, в которой вам грозит смерть, то от ответственности уходить нельзя, используя F4. Вам нужно разбираться со ситуацией какой-то. Я считаю, что это изменение приведет к гораздо более правильным билдам, которые... В общем, если ты играешь на хардкоре, то твоя задача не помирать, а не вовремя нажимать F4. Блин, я согласен. Блин, это все меняет. Игра другая будет. Это получается, вот вопрос еще непонятен с порталами. Будут ли порталы работать? Получится ли уйти от босса через портал? Или порталы тоже будут отключаться? Если порталы отключаются, то ты, получается, заходишь на босса, и либо он тебя, либо ты его. Вообще мне нравится такая система. Я не в восторге от существования логаута, я не в восторге от вот этого закидывания порталами и все такое. Если бы была система, что ты зашел к боссу, и все, типа вас там закрыло, либо он умрет, либо ты. Это было бы оптимально.
Кто мне хотел в аренду Headhunter на пару мапок дать? Мы сейчас попробуем хэхэ на эмэфере. Если он будет хорош, я его куплю. Это за две мапки. Ну или там три, сколько их пробегу. О, порезом, кстати, у меня помещается нормально. Интересно. Так, давайте сэмитри классические попробуем. Т7 сэмитри. У тебя 40 хаус реза. Wait, что? У меня же оверкап хаус реза был. Сейчас надо будет добрать. Это суффикс. О, я могу вот здесь перекрафтить. 6 атак спида на хаус рез. И я думаю, мы просто амулет переточим на хаус рез и все. И готово. Шанс авоида блида и поиза. Давайте вот этот толеранс. Так, все, хаус рез в капе. Нормально. Че, попробуем легион? Или это слишком? Говорят, что легион под всеми бафами и все такое может из-за экрана шотнуть эмэфера. Но расположен легион ноды удобно, я могу все вкачать, они все тут рядом. Че, чат, более риповый легион или менее риповый ритуал? Че думаете? Да вы за легион проголосуете, конечно. Вы же хотите контент, чтобы я рипнулся, да? Я думаю, мы возьмем плюс сплинтеры. Был патч на спириты. Че, их починили? Гоу тестанем, может их починили уже? Надеюсь, их починили. Гоу спиритов тестанем. Все, четко. Прям один, прям четко-четко. Все, что надо, взято. Все, let's go. Так, атлас есть. А, последний скараб мы какой берем? На Элдера? Это софт? Это хардкор? Они же по 30 хаусов стоили. Полтора дивана? За 3 юза? Я обойдусь без лишнего абиса. Че там прокнуло? О! Сюда. Подождите, чат, это дико профитно. Крутите эти секста. Блин, я вам спалил, вы сейчас опять заруините. Лол, это очень профитно. Рефлекта нет, все нормально. Так, обмазываемся. Занюхиваемся. Все, погнали. Разгоняемся. Понеслась малафия по трубам. Бридж почему-то прокнул. А, у меня же гарант бриджи остались. Гоу бридж тогда, чё? Давай, отжирайся. Хочу жесткий отжор. Как же лагает. Чё так много эффектов? Может внешку с обилки снять? Чё прям жестко. Вот как бы вот эта проблема с духами здесь. Они багаются и не вселяются в тебя. Придется духов анспекнуть, бесполезные. Главное, самое главное, пилон слишком быстро не сбрить случайно. Ничего не понимаю, ни хрена не вижу, короче. Классический геймплей Path of Exile. Надо свою внешку с обилки снять, она слишком все заспамливает. Окей, аккуратно. Сморкайся. Погнали. Началось. Началось, смотрим. Что-то с FPS-ом очень плохо, я не знаю почему. Прям вообще хуже, чем раньше. Мне кажется, надо обилку отключить. Но перс ощущается более дамажным и более танкучим, определенно. Так, что здесь происходит? У меня теперь слишком... О, Soul Eater! Хо-хо! Мне нужна видюха, чат! Сейчас крашнется игра! Мне приходится останавливаться, потому что... Игра крашнется слишком... Я слишком много спамлю. Это невозможно. Ждите, я лагаю дико. Надо их убить и разлагает, по идее. Это скорее всего из-за абисов. Ну, блин, мы раньше фармили, было не так плохо.
Но мы Москву сменим на Франкфурт, должно починиться после этой мапки. Так, есть. Все, мы на Милане. О, смотрите, у меня РФ. Чат, я РФ спиздил у мобов. Че это было вообще? Я не понял. Ух, сразу три! Погнали! Три дырки. Восьмой алтарь. Погнали. Там уже диван дропнулся. Пипец, элитки улетают. Подождите. Что, все умерли уже? Элитки намного быстрее отлетают. Все умерли. Ууу. 5 диванов, Brothers Gift. Let's go. Хорошее начало. Тут, конечно, нужны еще тесты, но это явно быстрее. Некоторые элитки вообще сбриваются как трэш. Я даже не замечаю их. Под большим количеством бафов я неубиваемый, плюс я их очень быстро валю. И да, кстати, серф не лагает, все хорошо. Так, ладно, где ты? Человек, подаривший мне. Возвращаем его свой, берем наш. Это он. Это точно он? Это ты, это я. Ну все, это он. Если бы это был не он бы сказал. Так, чат. Че, пошли купим хэ-хэ? Наш собственный. Это, кстати, ровно все диваны, какие у меня есть. А нет, подождите. У меня 50 диванов. Тут еще надо отгрузить. Так, смотрим, да, это он. У нас есть хэ-хэ, чат. Теперь у меня есть хэ-хэ и 600 хаосов. Ну теперь нам нужно набить 200 диванов. И у нас будет мейдж-блад, и обменяем хэ-хэ плюс 200 на мейдж-блад. Че, может еще альву сюда? Но я потом еще ее здесь активирую, но пока с секстанта получается. Это нам ничего не надо. Все, гоу. Нам нужно много валюты, гоу жесткую насыпку. Погнали, чат. Сыпем жестко. Так, начинаем. О, элитки как крипы отлетают. Воу. Воу. Я ничего не понимаю, но тут все умирает. Все, мы закрыли, мы закрыли. Без хэ-хэ у меня это иногда могло 5 минут занять. За 30 секунд. Так, гуальву теперь. На альви. Corruption прокнул! Воу! Там была одна попытка последняя на corruption, и он прокнул. Так, подождите, надо его не заруинить сначала. Чат, этот хедхантер стоит каждого дивана просто. В него вложенного. Говорю, как и Мефер, отбегавший... Несколько сотен мапок без него. Это я расслабился, типа, я уже ни от чего не уворачиваюсь. Так, надо... У меня еще даже бафов не было. Я просто тупо стоял в ауехах, потому что такой, а че убегать? А у меня, кстати, омин... У меня омин сгорел. Меня омин спас. Ну вот в качестве примера, раньше на 7к пыли я выживал, меня иногда одна элитка просто уничтожала. А сейчас я против 4 спокойно стою, вообще я даже не замечаю их. Вот вам и разница хедхантера. Диван упал. Вот это причина, почему у нас как бы планета засирается. Вот посмотрите, зачем? Зачем на вот такой блинчик вот такая упаковка? И люди так все время делают, я не понимаю вот этого. Мне, например, не нужна мега-упаковка в доставках, я не знаю, кому это надо. Типа, это просто трата ресурсов бесполезная. Ой, шрауд! Вот про что я говорил. Спрашивали, можно ли рипнуться от Кэтхантера. Вот этой штукой можно рипнуться, да? Видите, что она делает? Она меня в рандомные места тпшит к мобам. Это худшая штука. Оп, диван первый пошел. Так, коптим эти 6 костиков. Вал нам дает больше, чем 21.
Два вала. Нормально. Посмотрите на этот храм. Видите, что тут слева? Locus of Corruption. Так, нам нужен самый лучший. Какой мы пуфаем сегодня? Го вот этот. Плюс 4. Еще лучше, если будет плюс 2 и плюс 1 ко всем сокетам. Но это посложнее словить. Есть варианты пуф, ничего не произойдет или закоптится на какой-то мусор. Так, я не буду смотреть, вы мне скажете. 3, 2... По-моему, пуфа не было. Подождите, вы пишете пок! Вы пишете пок! Сумочки! А, почти! Блин! Это близко! Прокнуло плюс 2, но до плюс 4 не дотянуло чуть-чуть. Я продам его, скорее всего. Мне нужно плюс 4. О, Brother Gift, let's go. Плюс 5. А когда, кстати, намазка на 30 диванов, как было в дюнах? Следующее. Ждем всей семьей просто. Посмотрите на это! Я такого большого солнца еще не видел. Тут реально три экрана с карабов. Джувел на фрэкчур мана резерв. Опа-на. Чат, нам выпала Ivory Tower шестилинка. Она закоптилась и заруинилась. А-а-а. Ну, что я могу сказать, чат? На следующей неделе, если мы не отъедем, у нас будет Mage Blood. И желательно в начале недели. И мы к этому уже близки. На сегодня пора закругляться мне. Завтра выходной, понедельник, во вторник. Приходите. Мы должны собрать Mage Blood. Может быть, даже просто выбить его. Это тоже вполне вероятно. Собрать армур стакера и вольнуть им все. На следующей неделе начнется эта жесткая заруба. Жду вас тогда.